В Камеруне отпущены из плена двое итальянских священников и канадская монахиня. На борту военного самолета их доставили в аэропорт Маруа на севере страны, а затем в столицу Яунде. Итальянские священники затем отправились в Рим. Священнослужители были захвачены в плен в начале апреля на севере Камеруна и переправлены в соседнюю Нигерию. Минувшей ночью неизвестные боевики оставили их на окраине одной из деревень, где затем их нашли военные. Ни одна из экстремистских группировок ответственность за похищение на себя не взяла. Но власти полагают, что это дело рук боевиков исламистской группировки Боко Харам, которые активно действуют на севере Нигерии и совершают вылазки в Камерун. В ноябре прошлого года они похитили в этом же регионе французского священника. Группировка Боко Харам добивается введения шариата на всей территории Нигерии, выступает против светского устройства общества и западной модели образования.